вот так вот сегодня выгляжу. Сегодня 5 ноября. 15 лет. Совместной жизни. Да. Сегодня только что выписал с больницы. Опять. По корсету, я думаю, понятно. Делали операцию на позвоночник. Вот я стою. После операции прошло ровно неделю. Завтра будет неделя. Ну, глаза немножко, как бы сказать, пробзделся. Распережировался немножко. Вот. Много еще рассказать, конечно. Где был, чего повидал. И везде есть люди. И еще какие люди. Вот так вот тупо на камеру не могу рассказывать, не знаю почему. Я думаю, наступит тот момент, когда многое расскажу, поделюсь. Скажу, с какими людьми встречался в больничке. Интересными, всякими разными, разноцветными, разномыслящими. Каждый из них попал в больницу по своей чистой случайности. Кого чего не было. Ну, в общем, как-то вот так вот. Вот она, живая история, жизнь после операции. Как пойдет моя дальше жизнь, я сам не знаю. Но с виду, конечно, по сегодняшнему витку, пока я думаю, не оригинально.